Всем добрый день, вечер, ночь, не знаю. Сегодня расскажу вам про водичку. Легенда, короче, от компании Эмпер. Это у нас как бы простая, без всяких приставок. У меня есть на обзоре вот такая вода, есть там видео. Это Legend Intense. Это простая Legend. Здесь 100 миллилитров, здесь 50. Потому что 100 миллилитров вода Legend, она очень безумно стойкая. Она очень шлейфовая, я не знаю, ее хватит, она испортится, наверное, ее все выпшикать, я не знаю, там, каждый день надо носить ее. Но она очень стойкая, вот это сегодня мне пришла, но мне уже все известно, про нее уже есть что рассказать. Сегодня я нанес ее буквально вот, не дожал пшик, чуть-чуть вылилось, я занюхнул, у меня голова болела, наверное, часа два. Не знаю, такое состояние было муторное. Комната проветрилась, наверное, только через часа 4 полностью. Открыл все окна, чтобы выветрить, потому что я как захожу, меня уже рвать начинает. Ой, короче, пришлось сидеть везде, где угодно, только не в этой комнате. Вот, короче, занюхнул я, да, не слабо. Ой. Короче, поставляется в такой вот коробочке. Здесь мы видим наклейку Эмпер. Здесь у нас простая такая бумага, сделана типа как под кожу или под дерево. Скорее всего, под дерево, потому что аромат такой фужерный, древесный. Здесь такая вставка, типа металлической. И типа поясок такой. Короче, все как обычно. Производится в Арабских Эмиратах, а именно завод в Дубае находится, насколько я знаю. Производится в Дубае. Тут у нас тоже внутри ничего не ерзает, не падает, не вываливается. Вот такой вот флакон. Здесь наклейка Эмпер. Здесь вот у нас такие вставки пластиковые. Снизу, сверху. Обтянута кожей. Кожа не натуральная, но это не важно, по сути. Там у нас под кожей виднеется флакон. С прозрачного стекла. Такой колпак. Это Intense. Ну, Intense, конечно. Ладно. Короче, линейка вот этих легенд, она очень большая. Есть еще классический серый цвет. Есть еще Royal. Он, по-моему, белого цвета. Есть еще Arabia. Черный. И есть еще Black, полностью черный. Не знаю, какие еще есть, но Арабию заказывать не буду. Там удовый аромат, роза, уд. Я думаю, что там он там позиционируется как сладкий. Я думаю, там будет из-за ядрености его не будет носить никто. Там, наверное, будет больше женскую сторону. Или непонятно. Это потому что очень, вот кому надо очень стойкие воды, неприятные достаточно по вкусу, они самодостаточные, это не копия. Но они очень шлейфовые, они стойкие, вот от этих баллонов уже несет. Итак, как же пахнет? Пшикнем, конечно. Не.
Здесь на старте более такой свежий старт. Цитрусы. Здесь такие довольно-таки резкие. Не очень, но цитрусы. Ясно чувствуются цитрусы, свеженькие. Ну, конечно же, немножко дерева, немножко мха. Ой, цитрусы здесь, конечно, шикарные. Короче, здесь практически точно такой же аромат, как и вот здесь. Шлейфы у них одинаковые. Только он более такой... не такой насыщенный, как этот. В целом они практически одинаковые. Только если вот этот вот насыщенный, этот вот не очень насыщенный. Так они практически одинаковые. Старт у этого более такой свежий, более цитрусовый. Такой все. Потом шлейф у них одинаковый. Только что у этого он более такой, не такой интенсивный. Но когда это начинает все сифонить, отличить где что из этого невозможно. То есть это то же самое, что вот это, только лайтовая версия. И я бы вот этот бы лучше не брал. Если будете выбирать между этим, лучше берите вот этот. Этот стойкий очень. Вам хватит на, не знаю, 50 миллилитров. Мне хватит, я не знаю, на сколько. Можно взять 100, да, конечно. Но это просто вообще жесть. То есть... этого стойкости за глаза и шлейфовости. Это еще сильнее. То есть это занадто. Я говорил, что шлейф здесь такой типа саваж, только умноженный раз в 5. Тональный крем, пудра, вот это все что-то немножко такое сладковатое. Вот, это шлейф вот этой вот воды. Вот, на старте цитрусы, потом это пудра, крем, мох, немножко дерева, вот это вот все. Ну, все, короче. Ну, я советую взять, пусть будет, потому что на какую-нибудь зиму, осень, дождь, он пойдет прекрасно. В целом он пахнет хорошо. Главное им не перепшикать. Два раза за ухо, один раз на одежду и хватит. Вот. Все, я руки мыл два раза с мылом, но все равно чувствуется, хоть ты поесть. Ой, я что-то пшикнул уже, все пошло уже. Все, всем спасибо. Здоровья и счастья вам. Всего хорошего.